Команда юниоров Главного управления МЧС России по Приморскому краю заняла первое место в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту «Призы Нового года». В соревнованиях приняли участие около 100 детей в возрасте от 12 до 17 лет из разных уголков края, а также гости из Забайкальского края и Амурской области. Соревновались в спортивном мероприятии 10 команд в течение двух дней. В первый день дети преодолевали полосу с препятствиями, а во второй день проходили этап подъем по штурмовой лестнице. Стоит отметить, что пожарно-спасательный спорт привлекает все большее количество ребят. Настрой всегда боевой, естественно, потому что если настроя никакого нет, ну и, соответственно, результата никакого и не будет. Готовились, да, усердно, долго, мучительно, очень мучительно, но всему, так скажем, есть потом какой-то свой результат. Тут у нас и горизонталь, и вертикаль, и башни, и заборы, и рукава. Ну и, соответственно, пожарная тематика меня больше всего интересует, соответственно, я же собираюсь еще дальше поступать сюда. И поэтому этот спорт, как получается, больше дает мне привилегий и в целом очень интересный для меня спорт. Проведение данных соревнований стало традиционным. В торжественной обстановке победители были награждены кубками и медалями, а также подарками, которые вручили им символы Нового года – Дед Мороз и Снегурочка. Ребята, показавшие высокие спортивные результаты, примут участие в межрегиональных соревнованиях Дальневосточного федерального округа. Во-первых, я считаю, что это как уже патриотическое воспитание и первое знакомство с профессией спасателя и пожарного. Наши дети получают первые азы знакомства с оборудованием пожарно-спасательным. Также проявляют свои навыки в преодолении препятствий.